Добрый вечер. В эфире «Вести Карачаево-Черкесия». Сегодня день работника органов безопасности Российской Федерации, уважаемых сотрудников и ветеранов Управления Федеральной службы безопасности России по Карачаево-Черкесской Республике. С профессиональным праздником поздравляет глава региона Рашид Тимрезов. Самоотверженность, мужество, профессионализм, ответственность, которые вы демонстрируете в сложных ситуациях, являются необходимыми качествами работы сотрудника органов безопасности и вашим личным вкладом в обеспечение безопасности нашего Отечества. Вашу эффективную деятельность, направленную на борьбу с терроризмом, экстремизмом, преступностью и коррупцией, отмечают и руководство страны, и граждане России. В современных реалиях круг ваших задач значительно расширился, и вы успешно с ними справляетесь. Мы благодарим вас за преданное служение Родине и желаем вам крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений. Пусть ваша служба будет сопровождаться успехом и победами. «Все для победы» Народный фронт отправил сегодня на передовую 4 машины. Передача состоялась у здания трудинспекции. В рамках акции автомобили доставят участникам специальной военной операции. Эта помощь особенно нужна нашим бойцам. Техники всегда не хватает, рассказала руководитель регионального исполкома «Народный фронт» Людмила Капушева. В Карачаево-Черкесии большое количество волонтеров, которые помогают, собирают гуманитарную помощь. Она поблагодарила всех неравнодушных и отзывчивых людей. В рамках работы единого штаба при главе Карачаево-Черкесской республики Рашиде Борисовиче Тимрезове передано уже немало не только техники и автомашин, и дизельных генераторов, и так далее. Очень много. Вы освещаете эту деятельность, вы это видите. И от Народного фронта тоже это не первые машины. Но в рамках распоряжения правительства Российской Федерации у нас в Карачаево-Черкесии это первая партия из 4 машин, которые мы от федерального органа исполнительной власти приняли и передаем нашим ребятам на передовую. Все, что есть у органов власти, у государственных корпораций, у их подведомственных учреждений, прежде чем списывать или куда-то передавать, выставлять на торги, все они обязаны предоставить нам в Народный фронт информацию о них. И если это действительно то, что необходимо ребятам, то есть мы согласуем наши действия, и мы забираем и передаем именно в рамках проекта «Все для победы». Это очень правильное и своевременное решение. И я думаю, что оно закроет очень многие позиции, которые мы просто вот гуманитарной помощью сложно закрыть. В преддверии Дня пожарной охраны России на территории 2-й пожарно-спасательной части Черкесска состоялся квест. Для участников мероприятия огнеборцы подготовили небольшое количество заданий. Легко ли облачаться в полную боевую экипировку пожарного? Примерила на себя роль огнеборца Альбина Ламкова. Это огневая одежда пожарного. Время, за которое он должен одеться, составляет 20 секунд. Идеал 17 секунд. И поверьте, это очень сложно сделать. Она очень тяжелая. Естественно, не похожа на нашу повседневную одежду. Вес обмундирования со всей экипировкой составляет около 30 килограммов. Надеть журналистам боевую одежду пожарного понадобилось больше времени. Для человека нетренированного дело не из простых. А с какого раза получается одеться хотя бы за минуту? За минуту? Да. Ну, за 5 минут. Если... Хотя бы за 5, да, правильно. Сначала, как и вы, будущие пожарные не торопятся. Они обучаются только. Ну а потом уже даже и время никто, наверное, так не засекает. В силу специфики работы пожарные обязаны одеваться оперативно, затрачивая на это минимальное время. Для того, чтобы это осуществить, одежда огнеборца должна быть заранее сложена и находиться в отведенном для нее месте. Надевание самой одежды пожарного не более 27 секунд. Она отлично, 21 секунда все-таки. Я сказала 17 секунд. Ну, немножко вы нас в рамки еще загнали. Да? Так это рекорд будет, если за 17 секунд? Ну, на самом деле рекорд есть и за 14 секунд. Первая задача – надеть боевую одежду пожарного, которая защитит от высоких и низких температур, выполнена. Затем прочувствовать на себе труд пожарного, оценить риски необходимо было на выезде. Тут тоже дорога каждая секунда. Выезд был для разогрева, а впереди настоящее испытание – учебно-тренировочный комплекс, теплодым-камера. Не страшно, но больше даже есть спортивный интерес попробовать, как оно там.
Теплодым-камера помогает спасателям отрабатывать на практике работу в непригодной для дыхания среде. В средствах индивидуальной защиты органов дыхания. Это баллоны, которые рассчитаны на время работы не более чем 40 минут. То есть здесь условно необходимо пройти не более 30 минут. Все как по-настоящему. Нулевая видимость, вспышки огня и крики пострадавших. Но это для учений пожарным. Не просто. Хотя нам упростили задание, мы без дыма. Лабиринт небольшой, но очень сложный. Самостоятельно пройти все испытания под силу только профессионалам. Очень сложно пролезть мне. Я считаю себя миниатюрной. А как это сделать пожарному? Не знаю. Несмотря на то, что пришлось потрудиться при прохождении испытаний, участники пожарного квеста остались довольны, получили мощный заряд энергии и вдохновения. И еще раз убедились, насколько профессия пожарного опасна и сложна. Насколько сложны были испытания и какую больше тебе понравилось? Очень было сложно, но самое было крутое – это залазить в машину пожарную. Это было очень сложно, но очень интересно. Людмила Ламкова, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 1, минус 6, днем до плюс 11, ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесске без осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 2, минус 4, а днем 9-11 выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесске состоялось праздничное мероприятие в честь 25-летнего юбилея Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Надежда». Собрались члены правительства, выпускники, педагоги, чтобы лично поздравить юбиляров с такой красивой датой. Альбина Курочинова-Кенжева подробнее. Родился ангел в нужный год и верил он, что все придет, что будут дети у него, и детям будет с ним легко. Дом, в котором согреваются сердца. Под таким девизом живут уже четверть века в «Надежде». Центр создан для оказания социальной поддержки несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, организациях временного проживания, оказания правовой, медицинской, психологической, педагогической помощи и их дальнейшего жизнеустройства. От имени главы Карачаево-Черкесской республики Рашита Васильевича Демрезова, от имени правительства, от имени Министерства труда Карачаево-Черкесской республики. Я от себя лично поздравляю вас с этим замечательным праздником. Педагогам спасибо, медикам спасибо, социальным работникам спасибо, поварам, шоферам, я не знаю. Каждый человек внес неоценимый вклад, и мы все нужны для того, чтобы наше дело процветало. Присутствующим был представлен ролик о «Надежде», как и чем живет центр. В настоящее время в нем трудятся педагоги, врачи, медсестры и рабочие хозблока. За 25 лет существования специалисты оказали помощь почти 4000 ребят. Поздравить воспитанников и коллектив учреждения пришли члены правительства. Я хотел бы сказать слова благодарности за ваш труд. Да, четверть века – это немалый срок, но я знаю это учреждение изнутри, помню даже день образования. Здесь это нелегкий труд, как кажется, со стороны. Огромное вам спасибо во главе с руководителем всех. Я поздравляю и от имени коллег от себя с праздником. Терпения, здоровья, всех благ вам, вашим семьям, мира и добра. А по поручению председателя Народного собрания в подарок Центру «Надежда» мы перечислили 230 тысяч рублей на приобретение концертного оборудования для проведения мероприятий. Воспитанники Республиканского детского дома и заботы подарили виновникам торжества трогательные музыкальные номера, которые никого не оставили равнодушным. Руководителю и коллективу Центра «Надежда» вручили благодарственные письма и грамоты главы Народного собрания. Чтобы таких учреждений, как наши, были намного меньше, чтобы их вообще не было. Пусть детки все живут в семьях, будут счастливы и здоровы. Гузалай Бахадировой 16 лет. Она любит «Надежду» и поздравляет с юбилеем. Мне как второй дом, потому что я в нем уже выросла, сколько лет уже нахожусь. Для меня это хорошие воспоминания, хорошие надежды и хорошие мечты. В
фойе филармонии разместилась яркая выставка работ воспитанников «Надежды». Кроме того, именинников ждал большой праздничный торт и капкейки с именем каждого ребенка. Альбина Курочинова, Кенжева Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В спорткомплексе «Юбилейный» республиканской столицы прошел межведомственный турнир по мини-футболу между силовыми структурами и представителями судебной системы. Соревнование было организовано Верховным судом Карачаево-Черкесии и посвящено 30-летию Конституции России. На спортивном мероприятии побывал наш корреспондент Алихан Левшоков. В межведомственном турнире по мини-футболу приняли участие 9 команд, представители различных силовых структур и сотрудники судебной системы. Стремление к победе и спортивный азарт демонстрировали футболисты. Открывая состязание, председатель Верховного суда Карачаево-Черкесии Наурус Лепшоков поздравил всех с 30-летием принятия Конституции России и пожелал всем яркой, честной игры. Я вас поздравляю с этим праздником. Хочу пожелать, чтобы, поскольку Конституция присутствует ежедневно в нашей жизни, чтобы и оберегает нас, защищает права каждого человека. Приятно видеть, что представители ведомств уделяют особое внимание здоровому образу жизни. И сегодня мы увидим зрелищный футбол, отметил министр физической культуры и спорта Карачаево-Черкесии Рашид Узденов. Большая благодарность вам за то, что вы своим примером даете вектор вот подрастающему поколению, чтобы они понимали, в какую сторону должно двигаться общество, развиваться в сторону позитива и здорового образа жизни, в сторону созидания. Вам огромное спасибо, и я хочу вам пожелать, чтобы вы долгие годы оставались в такой прекрасной физической форме. Футбол – это командная игра, и уверен, что вы получите огромное удовольствие, отметил мэр Черкесска Алексей Баскаев. Отрадно именно, что вот так празднуются такие знаменательные даты, именно спортивными состязаниями. И футбол вообще отличная игра, командная игра. И я уверен, что сегодня у вас есть возможность и продемонстрировать свою и физическую форму, и просто пообщаться с коллегами в такой неформальной обстановке. Мастерски выверенная игра и хорошая техническая подготовка вызывали бурю эмоций у болельщиков. Участие в подобных турнирах позволяет развивать дружеские отношения между различными ведомствами. И самое главное – сохранять спортивный дух, отмечают участники соревнования. Во-первых, это здоровый образ жизни, конечно же, поддержание своей физической формы. Во-вторых, это, конечно же, общение, новые знакомства с какими-то ребятами. Не пересекаемся в плане трудовой деятельности, знакомимся на футбольных полях. В общем, одни плюсы, положительных эмоций очень много. Прекрасное мероприятие. Речь идет о том, что мы празднуем принятие нами самого главного закона страны. Так я желаю нам всем, чтобы права граждан, простых людей чтились и соблюдались в нашей стране на высшем уровне. В итоге победителем межведомственного турнира стала команда управления Росгвардии Республики, второе место у судебной системы и на третьем футболисты погрануправления ФСБ. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В Центре развития предпринимательства на Горького 8 продолжает свою работу рыбная ярмарка «Дары Камчатки». Что привезли на этот раз рыбаки, расскажет Светлана Шаганова. Роскошную рыбку привезли рыбаки Камчатки. И вот она перед вами. Горбуша, кита, чавыча, кижуч, палтус, белорыбица. Рыба богата витаминами, ценными жирными кислотами омега-3 и омега-6. Содержит более 20 необходимых человеческому организму микроэлементов, таких как цинк, селен, магний, фосфор. Порадует вас и селедочка, наивкуснейшая. Ароматная скумбрия. В ассортименте и консервы самые настоящие шпроты, печень трески, нерка и многие другие. Ну и, конечно, среди всего этого вкусного многообразия «Красная королева». Икра. Наша царская рыбка – это чавыча, которая имеет много омега-6, аминокислоты, белорыбица, как обычно, палтус у нас, палтус – жирная рыбка, но она считается диетическая рыбка. Поспешите в рыбную лавку «Дары Камчатки» и купите все самое лучшее для предстоящего праздника и поднимите себе предновогоднее настроение. Адрес прежний, Горького, 8, Центр предпринимательства. Мы работаем до 23 декабря включительно. С удовольствием приглашаем всех в нашу рыбную лавку. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Тайны следствия». Я прощаюсь с вами. Всего доброго.